Здравствуйте, дорогие подписчики! Сейчас я сделаю небольшой раскладик на красивых картах Ленорман Феи на ближайшие 3 дня. На понедельник, на вторник и на среду. На понедельник у нас карта вышла не очень хорошая. Карта крыс. Эта карта говорит о том, что у многих будут какие-то потери, какие-то нервы, депрессии, страхи. Многие избавятся в понедельник от чего-то ненужного. Давайте посмотрим, что будет во вторник. Карта птицы. Эта карта очень хорошая. Будут какие-то разговоры, беседы. У многих какие-то контракты, деловые контракты, собеседования, любовные разговоры. Такие. Что же будет у нас в среду? В среду очень хорошая карта. Это карта аисты. У многих переезды. Кто запланировал переезды, переедет. Кто запланировал о покупке нового жилья, недвижимости приобретения, приобретет жилье. А кто запланировал стать мамой, обзавестись ребенком. И все, в принципе, очень благополучный день для дома, для семьи. Я очень рада.